Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Енот по стригу». Сегодня мы с вами разберем с вами, в чем же сходство и различие сразу целой группы машинок Эндис. У нас, оказывается, не только Вол умудряется клепать целую кучу одинаковых машинок с разными названиями, но и Эндис на этом поле тоже преуспел, возможно, даже переплюнул Вол в этом плане. Хорошо, вот у нас 4 коробки, поставлены все на торец. Видно, что машинки очень похожи, отличаются только цветом, да и то не всегда. Иногда даже цвет одинаковый, но вот название почему-то разное. Давайте поговорим, что же это за машинки. Это машинка US Pro League Cordless. Ну, скажем так, это базовая модель для Европы. Та же самая машинка в США, называется NV League Cordless. У них есть небольшие отличия. Чуть позже мы распакуем коробки, посмотрим, в чем же это отличие. И есть машинка вот такая вот, которая тоже US Pro League, но отличается расцветкой. Машинка выпускалась сразу там в целой куче цветов, то есть вот этот сахарный череп, там Эндис Нейшн. Ну, я знаю как минимум 4 цвета, в которых выпускалась эта машинка, при этом они никак не отличались ни по комплектации, ни по характеристикам, только раскраска крышки. Ну, на самом деле это круто, можно просто по дизайну выбрать то, что тебе нравится. Там, машинка в разных цветах. Ну, это прикольно, пускай будет, почему нет. Есть такая вот машинка US Pro League Fade. Суффикс такой вот, ну не суффикс, а слово в названии Fade подразумевает, что вот именно для переходов будет использоваться эта машинка, и, соответственно, у нее должны быть какие-то отличия по комплектации от остальных трех машинок, которые базовые модели. Хорошо, ну давайте посмотрим, в чем же у них отличие. Отличие у них в комплектации. Комплектация — это ножи и это насадки. Итак, смотрим. Базовая модель US Pro League Cordless. Европейская модель и точно такая же модель, но для США NV League Cordless. Отличие у них по большому счету в насадках и в ноже. Причем нож и там имеет длину среза от 0,5 до 2,4 мм, но имеет несколько разную форму. Это мы посмотрим, достанем машинку из коробки. Насадки. У европейца насадок чуточку меньше, 9 штук. У американца их немножко больше, их 11 штук. Но здесь не хватает насадки номер 5 и номер 7. У европейца это не ходовые размеры, 16 мм и 22 мм соответственно. Ну, профессиональный мастер ими в принципе не пользуется. Для домашнего пользователя, возможно, они иногда понадобятся. Хорошо, давайте я вам обещал рассказать, в чем же отличие по ножам. Давайте вскроем коробки и посмотрим на эти самые ножи. Итак, машинки одинаковые, отличаются комплекты насадок, у европейца чуть поменьше, у американца чуть побольше. Немножко отличается вот эта вот штучка, это зарядная, у американца чисто под американские розетки сделано, тем не менее он работает от 220 вольт, нужно будет только переходничок поставить сюда. У европейской версии, она на самом деле не европейская, она глобальная для всех рынков, соответственно для всех видов розеток, там английские, европейские, есть адаптеры сразу в комплекте. Ножи. В чем же отличие? Отличие, собственно говоря, вот в чем. Здесь мы видим гармошку, здесь гармошки нет. При этом профиль у ножей, в общем-то, одинаковый, толщина одинаковая. Отличаются они именно тем, что вот здесь просто отштамповали, получился такой вот изогнутый нож, а здесь отштамповали и выдавили еще такие вот канавки. То есть, вроде как, скользить должно получше. При этом, в общем-то, качество обработки ножей одинаковое, штамповка, и отфрезеровали только вот эту вот часть, ну, собственно, там, где ножи скользят друг по другу. Ножи, честно говоря, выглядят неинтересно. Да, качество обработки вызывает сомнения, качество стали вызывает сомнения, и поэтому после того, как этот нож износится, я бы вообще не рекомендовал его точить, а рекомендовал бы его менять на нож, скажем, от Pro Alloy. У Эндис Pro Alloy нож выглядит поинтереснее, у него такая сатиновая обработка, опять же эти ламели есть, поэтому, возможно, стоит не перетачивать, а поменять на нож от Pro Alloy, если он у вас, конечно, есть под рукой. Если его нет, ну, можно поставить точно такой же нож, ничего не случится, либо этот нож переточить. Кроме того, я сказал, что машинки эти одинаковые, но давайте все-таки заглянем внутрь и проверим, что они одинаковые. Итак, вот мы сняли верхние крышки, и мы видим, что здесь у нас стоит аккумулятор на 9,2 ватт-часа.
Здесь тоже на 9,2 ватт-часа. То есть они не отличаются по емкости. Аккумуляторы одинаковые. Моторы, если расковырять до конца, будут тоже одинаковые. Стоит там вот такой вот замечательный моторчик. Заранее я одну из машинок разобрал, чтобы сейчас не крутить. Производитель моторчика. Здесь, ну вот, не знаю, насколько видно на видео. Производитель Ничибо. Это тайваньский производитель, достаточно крупный, делает хорошие моторы. То есть качество моторов не уступает таковым Волл или Мозер. То есть достойный производитель, никаких там чудес здесь ждать не стоит. Обычный щеточный мотор, но хорошего качества, достаточно надежный. Также платы управляющие имеют одинаковую маркировку. Эндис LCL, собственно говоря, эти машинки именно под этим артикулом и идут. LCL. Да, одинаковая маркировка. Здесь вот EX7206 маркировка. Здесь тоже EX7206. Не знаю, насколько вам хорошо видно. Если посмотреть попристальнее, то выглядит она вот примерно вот так. Эта плата довольно хорошо здесь все пропаяно. Никаких соплей не вижу. Плата отмыта хорошо. Ну, в целом, очень качественно выполнена. Как минимум не хуже, чем у главного конкурента у Волл. То есть машинки абсолютно одинаковые, абсолютно одинаковая начинка у них, абсолютно одинаковые характеристики, отличаются они только комплектацией. Кроме того, мы говорили, что есть вот еще в разных цветах, они абсолютно не отличаются от, соответственно, либо US Pro-Li Cordless, либо Envy-Li Cordless, смотря для какого рынка они выполнены. Да, но у них, соответственно, и название будет либо US Pro-Li, и, соответственно, комплектация, как у серого US Pro-Li, либо Envy-Li, и, соответственно, будет комплектация американская, чуть побольше насадок, но надо переходничок. И, наконец, вот такой вариант. Это US Pro-Li Fade. Fade – это значит для тушевки. Это значит, должен быть специфический нож. Нож здесь используется с другой длиной среза. Длина среза не 0,5-2,4 мм, как у этих двух серых машинок, а 0,2-0,5 мм. Еще раз повторимся, когда заявлены такие маленькие цифры у машинки, это вовсе не значит, что ей можно делать окантовку. Окантовка не получится, она будет грязная, не такая, как у окантовочной машинки у триммера. Просто здесь форма ножа более тонкая, соответственно, этим ножом значительно удобнее будет делать всевозможные переходы дымчатые. Нож гораздо тоньше, чем у валовских машинок, допустим. Ну, соответственно, он будет ощутимо нагреваться. И долго работать такой машинкой, ну, может обжигать кожу клиента. Но зато такой вот тоненький нож прямо супер, прямо вот с нуля, с чистой кожи подбирать одно удовольствие такими ножами. Ну и стоит, кстати, гораздо дешевле, чем тот же Magic Clip. Комплектация насадок здесь еще меньше. Здесь насадки всего лишь от 1,5 мм до 6 мм максимум. 1,5, 2,4, 3, 4,5 и 6 мм. Всего получается 5 насадок. Ну, насадки везде обычные, пластиковые, никакие не премиальные. Ну и само собой там вот комплект всевозможных переходничков. Но опять же зависит от какого, от того, для какого рынка, для Европы или для США. Итак, вот у нас принципиально три разных машинки. Американец, европеец и фейдовый европеец. Думаете, на этом все? Да вот нифига. Та-дам! Еще одна машинка, которая, в общем-то, точно такая же, но теперь она позиционируется как машинка для стрижки животных. Эндис Изи Клип Ли Кордлес. Смотрим на нее и понимаем, что внешне она никак не отличается от того же US Pro-Li. Кордлес такая же, серенькая форма такая же, все такое же, характеристики те же самые. Все так же у нас 5500 оборотов, все так же у нас 2 часа работы, 1,5 часа зарядки. Но мы видим, что здесь добавился такой вот пластиковый бокс. Но может чего-то убавилось? А убавилось у нас здесь количество насадок. Здесь у нас пропали промежуточные насадки и остались только базовые. 3, 6, 10, 13, 19, 25 миллиметров.
Да, то есть вот промежуточных 1,5-4,5 мастера может не хватать, но для дома вот за глаза этих насадок. Нож здесь опять же от 0,5 до 2,4 мм, такой же, как у американской Envy Lead, то есть без выпрессованных ламелей, просто вот такой вот толстенький, гладенький. Ну, в принципе, американцы как-то пользуются, не страдают. Так что, в принципе, все нормально. Внутри, давайте заглянем внутрь. Вдруг нас пытаются обмануть, и там что-то как-то по-другому выглядит. Заглядываем. Снимаем крышечку, видим всю ту же самую картину. За исключением того, что аккумулятор стал пожирнее. Если у человеческих машинок аккумулятор у нас на 9,2 Вт-часа, то здесь он уже у нас, ну, здесь не очень хорошо видно, как бы его выковырять, на 9,6 Вт-часа. То есть он чуточку, совсем капельку, стал пожирнее. Ну, видимо, потому что предполагается, что зверушек стричь, там несколько больше работы надо. В остальном все то же самое. Плата управления у нас та же самая. LCL 7206. Да, мотор, если его отковырять, будет стоять тот же самый. То есть машинка все то же самое. Но стоит она дешевле. И у нее в комплекте бокс. Поэтому, если вы присматриваете машинку себе для дома, то я вам рекомендую брать не US Pro Li Cordless, не Envy Li Cordless, а взять вот эту вот Easy Clip Li Cordless, которая, в общем-то, ни в чем не хуже, как минимум, а в чем-то даже и лучше. Для дома она лучше, как минимум, футляром для хранения, что очень удобно. Ладно, ну что, закончились у нас машинки? Ну, как бы да, но как бы нет. Машинки закончились, но Эндис выпускает еще и наборы. Есть вот такой вот офигительный набор, который очень рекомендую начинающим там барберам, вот кто пошел учиться только. А почему я его рекомендую? Здесь бомбический просто эндисовский триммер, который я считаю одним из лучших, одним из самых удачных триммеров. И машинка, которая фейдовая, но здесь насадки не до 6 мм, а полный комплект насадок 11 штук от 1,5 до 25 мм. То есть вот все, что в принципе надо для счастья парикмахеру, даже больше, чем надо. Машинка здесь та же самая, только черного цвета, в цвет триммера. Шикарный набор. Да, покупаете набор, сразу получаете и триммер, и машинку, и кучу насадок. А нож здесь, кстати, от 0,2 до 0,5 мм. Именно фейдовый нож. Для барбера это, наверное, удобно. Так что вот такая вот интересная история. Поэтому, выбирая среди всего этого многообразия машинок Эндис Кордлес, ориентируйтесь на длину среза ножа, на комплектацию насадок и на цену, потому что в некоторых случаях ценник может быть существенно ниже за абсолютно те же самые характеристики. На этом, пожалуй, все. Будут вопросы, спрашивайте их в комментариях, задавайте их в комментариях под видео. Также можете обращаться к нам ВКонтакте, можете писать в Инстаграме, но лучше писать все-таки в Телеграме или в WhatsApp. Все контакты есть у нас на сайте. Напоминаю, у нас есть замечательный сайт-магазин енотпостригун.ру. Заходите, обращайтесь, пишите, звоните. Чем смогу, помогу вам в выборе. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.